Гроза. Гроза пришла в Израиль. Ноябрь, 14 число. Мы мокнем в Тель-Авиве. Настоящая гроза. Она короткая, скоро пройдет. Вот весь фронт идет туда, в сторону Иерусалима. Вот с этими домами тель-авивскими, это Иерусалим. Вот такая красота. Мокнем в Тель-Авиве. Грохочет, оливает. Очень теплая осень в этом году. Первые дожди практически. А вот над морем уже следующее пятно. Светлое. Скоро выглянет солнышко. Вот такая у нас красота. Вот такой у нас ноябрь.